Уральске пройдет редкий ПДД. С 18 по 21 декабря инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей. Если вы стали свидетелями того, что пьяный водитель сел за руль, сообщите об этом по телефонам дежурной части. Полицейские стали реже находить пропавших без вести людей. В 2021 году в розыске были почти 38 тысяч россиян. Из них обнаружить удалось 6,5 тысяч. В 2020 году процент найденных составлял 77%. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогодних елей. Главное, на что специалисты просят обращать внимание, это запах искусственных деревьев, их пожарная и экологическая безопасность, а также маркировка. Начались общественные обсуждения территорий, предложенных жителям для благоустройства в 2023 году. Онлайн-опрос можно пройти на сайте администрации Первоуральска.